Перевод предоставлен группой Nightmare. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Пожалуйста, посмотри в камеру. Снято. Сейчас мы сменим газ. Мы сменим газовый баллон. Это так смущает. Бунтарь! Что это? Что это? Что? Что это? Что это? Что это? Он возведен? Он возведен? Стреляй! Стреляй в меня! Ты не можешь выстрелить, да? Снято. Хан, фонограмма. А, вы имеете в виду делать это под фонограмму? Ты должен двигать губами под фонограмму. Стреляй в меня! Мне интересно, что бы подумали Стей. Она о том, что твое очарование подобно паутине, и я застрял в ней. Когда я получил черновик и сюжетную линию клипа, то подумал, что это очень серьезно и весело. На нас тяжелый макияж, и мы полностью в черном. Я не должен был надевать ее под низ, я должен был просто надеть черный верх. Но это было слишком откровенно, поэтому я решил надеть ее. Да, мы сейчас снимаемся. Пока. Пока. Что? Что? Пароль. Пароль? Бэкдор. Я в ловушке. Я попался в паутину. Я подам вам знак. Раз, два, три. Хорошо? Раз, два, три. Это вкусно.
Не работает. Нет, камера будет двигаться назад. Это мило. Нет. Что это? Ты волшебник? Ты волшебник? Да, я маг. Нет, ты музыкант. Ты музыкант, так круто. Попробуй это. Нет, среди них не зли меня. Я могу быть пугающим. Соленый. Дело не в том, что ты можешь быть пугающим человеком, ты просто пугающий. Ты так пугающе выглядишь. Не суди книгу по обложке. Ты должен судить об этом, проведя со мной время. Сначала ты должен провести со мной время. Как я могу тебя не бояться? Ты же бьешь меня. Это называется шлепком любви. Возможно, ты сейчас думаешь, что в этом нет смысла. Я полностью тебя понимаю. Я был таким же. Но что ты делаешь? Я разговариваю с тобой. Это все станет жиром и кровью, и ты превратишься в поросенка. Стань толстым, кровавым и ешь сонджи. Стань более зрелым, малыш. Они слетели. Хорошо. Снято. Наручники так меня расстраивают. Потому что мы украли сердечки Стэй. Я совершил поджог. Потому что я разжег пламя в сердцах Стэй. Я не виноват. Я просто жил своей жизнью. Я тоже не виноват. Я просто добился того, чего хотел. Пожалуйста, выключите музыку. Все наши названия состоят из трех слогов, начиная с God's Menu, Backdoor, Thunderous Maniac. Сочанбин, Сочанбин! Зачем, зачем? Лино зовет тебя. Зачем? Такой очаровательный. Поехали. Мотор. Готово. Приготовились. Мотор. Теперь мы начнем. Снято. У нас акриловая панель, все хорошо. Она ударит. И снято. Раз, два, три. На перчатках были шипы, поэтому я никогда бы не смог ударить его ими. Поэтому мне приходилось держать дистанцию. Когда я ранее увидел площадку, то заметил что-то блестящее. Мы примерили наручники, там много уникальных сцен. Пожалуйста, ждите его с нетерпением. Бангалас. Не Леголас, а Бангалас. Нет, нет. Это... Давай перейдем к исторической драме. Я выпущу стрелы. Айен, прости. Мне так жаль. Снято. Это было идеально. Я думаю, визуально выглядело здорово.
Просто шутка. Я думаю, мы и так сексуально выглядели, с долей сдержанности. Мне очень нравится эта песня. Когда я впервые ее услышал, то подумал, что с этой песней не так, но я не могу не забыть, она сводит меня с ума. Думаю, она станет моей любимой песней. Есть закулисная история. В моем первом влоге была сцена, где я работаю над песней. Думаешь, что и заметили это? Я уверен, что они заметили. Мне любопытно. Мотор! Нет, это неправильно! Да, высота идеально. Это высота. Если ты сядешь, разница будет слишком большой. Хорошо. Мотор. Снято. Готово? Да. Такой облом. Нет, еще не все. Иди! Нет, еще не все. Иди, еще одна. Нет, скажите ему идти. Когда вы думаете о паутине, то представляете что-то липкое. Это хорошо подходило замыслу нашей песни. Режиссер и персонал придумали отличную историю, поэтому с песней все вышло замечательно. Я был этим доволен, думаю, Стэй понравится этот клип. Готово. Хорошо. Отличная работа, отличная работа.